Йоу, всем здрасте и добро пожаловать к нам в офис. Сейчас небольшая экскурсия, после которой мы уже начнем разговаривать про планету Йофанг. Здесь у нас, собственно, тренерская. Вот здесь вот у нас происходят все совещания, все это моментики. Именно здесь я презентовал сценарий планеты Йофанг всей команде. Пойдемте дальше. Здесь у нас холодильник, здесь вот фоточки разные там наши общие. Там вот табличечка с секретной информацией, которую не будем смотреть. Здесь у нас такая вот кухонка. Здесь у нас студия, где пацаны пишут музыку. Если зайду сюда, меня видно? Я не видно. Ну и главная комната, ради которой мы вообще сделаем съемку, это этот офис. А главное, это комната, потому что именно здесь, вот за этим столом, и писался сценарий, и придумывалась планета Йофанг. Я частенько здесь в тренерской, вот хожу вот так вот, что-то вслух размышляю, там обсуждаю сам с собой. И ребята это слышат. И у меня один из дней было рассуждение вслух по поводу нашего следующего концерта. 2 года у нас его не было из-за карантинов, из-за разных там ситуаций. И я размышлял, что обычный концерт был. Концерт, где мы рассказали историю всех стилей танца, которые у нас есть в Доме танца, был. Киношоу «Больше, чем школа танцев», где мы рассказали историю каждого преподавателя, был. Что дальше? И Шамиль, он же Shay Not Human, просто вот так мимолетно, мимо делом. Мы смотрим аниме, мы смотрим разные мультфильмы, смотрим много разного контента, любим вместе смотреть. И он просто так закинул, типа, а сделай еще свой мультфильм, ха-ха-ха-ха. Он это просто пульнул, не понимая, что ровно в ту секунду в моей голове загорелся зеленый свет, и я уже начал планировать то, как это можно сделать. Это он приходит вот так вот, с 3 листами, вот так вот рассказывает. Он что, тогда ненормальный? На весь сценарий у меня ушло примерно месяц полного уединения, полного с утра до вечера здесь. Я хотел создать некую такую планету, которая была бы альтернативной планетой нашей, и чтобы вся эта планета и концепция в ней была такой большой метафорой на наш дом танца Йофанг. И поскольку мне нужно было провести всех зрителей по всей этой планете, по всем материкам, познакомиться со всеми кланами, предводителями, которых я создал и придумал, я понял, что мне нужен один главный герой, через которого мы всю вот эту вот сюжетку и нить проведем. И важно было, чтобы с этим главным героем себя мог ассоциировать каждый ученик, и поэтому, собственно, и был придуман Соло. Это шоу открытия. Какое ощущение вообще быть главным героем в нашем мультике? Ничего необычного, да? Извините. Я понял, ладно. Ну, обычные будни. Ладно, мы все поняли. Готовлюсь усердно, тренировки каждый день, готовлюсь, по несколько часов нахожусь в залах, репетирую. Самое сложное – запомнить все номера и не запутаться во время концерта. Для того, чтобы участвовать, я пожертвовал своим свободным временем. 6 часов в Йофанге. Сможешь быть, чтобы мы с тобой поехали к швее? Ходил только в школу, школа и сразу на репетицию. А потом в 8 сегодня, по-моему, у Ани репетиция или в 7. Аплодисменты Артуру. То есть, по факту, вся постановка – это такая некая метафора того, как ученик приходит в Дом танца Йофанг. Он изначально может пойти каждому преподавателю на каждое направление и попробовать все. Так же, как и наш герой Соло в мультфильме, он путешествует по всем материкам, они же залы условно, да, и пробует разные стили, знакомится с разными предводителями, они же преподаватели, после чего Соло, как и ученики в нашей реальной вселенной, попробовав все, узнав всех, могут и, в принципе, должны выбрать один или несколько направлений или материков, кланов, групп, преподавателей, стилей, на которых они хотят остаться и частью которого они хотят стать. Сири! Полностью! Линию держи! Малика!
Вот, слышите? Это второй рисунок. Вы прибегаете, запомните, пожалуйста, как вы стоите, хорошо? Это не круг, это херня! Что скажете? Нормально было? Классно? И еще одним важным моментом было то, что нужно было интегрировать танец в этот мир и таким образом, чтобы все крутилось вокруг него. Итак, я придумал Салтаре, энергию, которая питает всю планету и которую можно добыть только с помощью танца. И чтобы добыча этой энергии и ее использование были обоснованы, я придумал то, что каждый клан с помощью своего танца добывает эту энергию и по-разному может использовать ее с разными стихиями. И важно, что стихии каждого танца, они действительно похожи друг на друга, как, например, контемп — это вода, брейкинг — это ветер, хип-хоп — это огонь и так далее. Я камень. И, кстати, Салтаре переводится как танец. И в целом во всем мультфильме все названия, они действительно имеют значение и смысл, а не просто взятые наобум. Как, например, на материке Contemporary пляж называется Дункан. Он назван в честь основательницы Contemporary Айсидоры Дункан. Или, например, каньон Шторм на материке Breaking, он назван в честь одного из топовых бибоев, олдскульных бибой Шторм. Но мое любимое — это вокзал Крис-Кросс на материке хип-хоп, который назван в честь одного из основных базовых движений хип-хопа. Тогда Захарян, когда нас собрал, сказал: ребята, это пи***. Нормально. Мы раз... Нормально. В этот город. Это было собрание, на котором мы все преподаватели собрались, и он сказал, что вот будет концерт, это будет, как всегда, отвал башки, вообще полный разнос, вообще вы все офигеете. Ну, там пожестче, конечно. Офигенная идея. Я вообще не слышал, чтобы еще что-то вот такое, что-то похожее вообще было где-то. Мы не могли представить, как это будет выглядеть на такой сцене. Мы не могли понять, мы не могли сопоставить все картинки, которые он нам показывал, сценарий. Это было невозможно. Все эти идеи на каждом этапе мне казались прям типа вау. А дальше начался кошмар. Потому что мне нужно было найти художников. Я просмотрел около 200 портфолио, из которых выбрал 30, с которыми у меня были переговоры, из которых выбрал еще 20, кому дал тестовые задания. Осмотрев тестовые задания, определился с еще 10, и из этих 10 у меня вышло 4 художника, с которыми мы договорились и по стоимости, и по срокам, и по их мастерству. Это был клан Оу Гаш. Гайкоцу. О, точно. Как? Гайкоцу. Как? Гайкоцу. Далее мы с Куршевым Георгием ходили на студию в соседнюю комнату и записывали озвучку текста на каждый эпизод. Это, в принципе, не сложно. Некогда и бывает иногда ТЗ такие от Захаряна. Типа здесь подрезать, здесь удлинить, здесь приходится музыкальные способности свои проявлять. Ведь из-за страшных легенд, которыми был окутан остров, редкие смельчаки решались отправиться на него. Но Соло было все равно. И параллельно с тем, как у нас здесь происходили вот эти процессы с мультфильмом, на танцевальных полях начались репетиции. Голова кипит. Я вообще не понимаю, что будет, а мы планируем сделать... Выходить, это закрытое мероприятие, не заставляй меня разбираться. Мне нужно, чтобы вы сейчас включили взрослых, и вы ему помогли. Мне нужно, чтобы вы все были артистами. Артисты знаете, что делают? Они выкладываются на полную. Ему явно понравилось. Он прям сидел и смотрел на нас. Я прям сидел, да. Вы не добежали еще за кулисы? Только когда прям полностью забежали, можно там поблевать, попукать, там, не знаю, что делаете. Оборот. Типа сюда. Еще раз.
Свет гасит. Гигидо, сейчас прям быстро. Я свет. Слушаю. 5, 6, 7, 8, 8. Это был город, он уже герой. Репетиции, создание мультфильма, сценария. Но есть еще целый список того, что нужно было сделать. Нужно было договориться с театром, подписать документы и оплатить театр. Заключить договора с РАО и ВАИС на использование музыки. Это ужас вообще. Составить технический и бытовой райдер. Распределить все задачи по самому шоу и главному герою, команде. И приходить к ним на репетиции и придумать начало и финал. Найти лебедку для Куршева. Твое ощущение, ты должен понять, где трос лучше будет перейти. Вы как пропяленные, я не знаю, что уходите. Нет, вот так вот я буду. Я вот так спускаться. Ягодички, да, не упадут. Нет, у меня все нормально. Разработать маркетинговый план и реализовать его. Это миллион сториз, различных видео, выступлений на мероприятиях, влоги с репетицией и прочее, прочее. Работа с типографией. Это билеты, афиши, баннера. Кстати, баннер. Повесить баннер на театр оперы и балета. Напечатать пластиковые фигуры персонажей. Съемка дополнительных материалов для концовки шоу. На зеленке, с персонажами и так далее. Смонтировать все фоновое видео на все шоу. Таймер и прочее, прочее. Чтобы у нас было просто нажать на плей. И вот все, что было на экране, оно просто включилось и работало так, как нужно. Дальше. Составить список приглашенных. Организовать репетиционные процессы. Это договориться со спорткомплексом, с АГУ и прочим, прочим. Прописать свет. Ребята, это вообще отдельная история. Время 1:51. Захарян немного в шоке от того, что сколько девочки потратили время на свет. Короче, время 22:39. Это какое сегодня число? Число 14. Через час 20 будет уже 15 число. А, на 15 число у нас концерт, да? Готовы? Go! Лёш, прости, пожалуйста, нас. Но самое главное, что несмотря на количество задач, несмотря на то, как было сложно, и вот иногда мозг просто взрывался, мы совсем справились. И за 4 дня до премьеры у нас был солд-аут на оба показа в 1500 зрителей. И 15 января в 8 утра мы пришли в театр оперы балета практически полностью готовыми. Практически, потому что нам осталось провести первую и последнюю репетицию на сцене театра. Всем привет! Мы вот готовимся к концерту. Я спала полтора часа, бодра, весела. Тут как будто казахскую песню в машине ехала, зажигала. Я буду сейчас стоять на одной руке. Все, я постояла на одной руке. В Бибой мы сперли стулья, но это можно не вставлять. У Алисы! Ты в рисунке? Ты же не в рисунке. Немного что-то накаляюсь. Не надо, просто стегивайте туда. Если он на расстоянии ладони от вас, значит все под контролем. Не шагая, не как будто ты сейчас хочешь, не знаю, там что-то там. Все ко мне за сцену. Что произошло с кроссовками, я не поняла. Все, стоп, мы не успели. Это последнее дело? Тогда вообще. Да, потому что все тупые. Второй раз, Петя! Полная жопа. Да вообще, жесть. Все из-за этой сраной одной репетиции, которую нам не могли дать. Просто все в супер торопях, все еле-еле. Что здесь есть? Это Степ? Я не пойму, я участвую в пранке. Вы за кулису не успели, да? Продолжать!
У меня бусы рассыпались, порвались. Пожалуйста, быстрее, быстрее, быстрее. Я прошу всех проснуться. Вот где надо сейчас проявлять свой какой-то там потенциал, свою жизнь. Вот это сегодня. Вот все, нету другого момента. Он настал. Сейчас, на данную секунду, все плохо. Это должен был быть веселый влог о том, как офигительно проходит у нас репетиция. Это последний раз, когда я соглашаюсь на то, чтобы ни с кем не ругаться, ничего не делать и не выбивать себе до конца все, что мне нужно. Нам нужна была одна репетиция, хотя бы еще один день здесь. И поэтому в один щелчок пальцев может все измениться, если сейчас каждый из вас невероятно включится. Иначе все то, о чем мы говорили, это просто слова. Вы меня услышали? Да! Точно? Да! Пожалуйста, сейчас все расходимся за кулисы и начинаем генеральный прогон. Побежали. Погнали! Максималочку! Выведем, выведем! Хорошо! Погнали, погнали! На максималках! Давайте, детки, давайте, детки! Голову вам вдавливаю, что сейчас нужно раскрыначить нахрен! Когда все началось, я честно отключился. Вот ровно в 14:15, когда начался первый показ, я вот реально закончился. Весь этот длиннющий путь, вся эта работа подготовительная, в этот момент я осознал, что она была завершена. И на той репетиции я как будто бы отдал последнюю свою капельку, которая во мне осталась, и положил ее в чашу энергии учеников, преподов, команды, вот всех, при этом наполнив их и опустошив себя. Но это было классное опустошение, после которого началось мое очередное перерождение, и началось оно с начала первого показа. Концерт. Я сам, как родитель, очень долго ждал этого момента, и наконец-то он свершился. Мы все очень рады. Столько впечатлений, так ярко, феерично. Столько сил, столько энергии. Откуда они такие маленькие и уже так умеют двигаться? То, что было сегодня, это просто невероятно. Я думаю, что мы все задрали такую планку, которая переплюнуть будет очень трудно. Но... Мне понравилось все, включая атмосферу, свет, публика. И это тоже. Куршев Airlines, эти авиалинии, это прекрасно. Для нашего города, для наших детей, что он делает, это просто супер, молодец. Это было что-то невероятное. Планета Яфан. Это та планета, на которую мы хотим переехать. Так, значит, у нас прошел первый показ. Необычное ощущение, объясню, у нас впервые типа два показа, и обычно вот сейчас должно было все закончиться, и можно было выдыхать, и типа прикольно наблюдать за тем, что вообще эмоция, ну, вот такая. Но все мы в шоке, все прошло круто, не без косяков, естественно, но вот пока что эмоция такая супер сосредоточенная, ноль расслабления, двигаемся дальше, сейчас у нас перерыв покушать, что-то поделать, прийти в себя, и вот уже... На втором, на концовочке, я думаю, уже можно будет дать волю эмоциям, и нас уже окончательно всех расфигачит. На этом пока что все, двигаемся дальше. Последнее скажу и больше не появляюсь в этом фильме. Говоря про планету Яфанг, я, конечно же, не мог не рассказать и не дать комментарий по поводу ее концовки. Я знаю, что многие ее поняли по-своему, потому что многие не знают меня, но да, в концовку я заложил именно свою личную историю.
Я не хотел, чтобы этот мультфильм и эта история в нем были просто развлекательной пустышкой. Мне хотелось, чтобы все привело к одной важной мысли, которой с помощью танца я сам пришел когда-то. И поэтому я и создал источник Салтары с тайной, которую хотел узнать Соло, и богиню Теру, которая олицетворяла в мультфильме мою маму, которой не стало, когда мне было 4. И тут только не надо, пожалуйста, ставить грустную музыку и всем, пожалуйста, не грустить. Продолжаем. Потому что, если вспомнить все концерты «Я фанк», в каждом из них так или иначе проходила эта история и мелькала Роза. И я будто с каждым концертом и с каждым своим танцем, перформансом все прорабатывал и прорабатывал ее. И в финальном эпизоде мультфильма и в целом этой постановки «Планета Я Фанк» я наконец-то будто бы завершил эту историю. Полностью отпустив прошлое и открыв все свои двери в будущее. Так же, как это сделал Соло в мультфильме. Так вот, главная мысль всего мультфильма в том, что, закрывшись от мира и цепляясь за прошлое, которое не вернуть, ты можешь упустить что-то по-настоящему ценное, большое и очень важное. Ведь после того, как Соло понял, что пора отпустить прошлое, и он вышел из своего дома и отправился в новое путешествие по всем материкам, он смог объединить все кланы, всех государств в одно, что сделало жизнь на планете Я Фанк еще лучше. По сути, так же, как и когда-то, как я, когда перестал страдать от всех потерь прошлого и просто взял и решил создать дом танца Я Фанк, я собрал такую огромную команду, с которой мы вместе создаем что-то невероятное, большое и очень-очень важное. И именно этот момент перехода от прошлого к будущему, вот это вот осознание всего происходящего, я и показал в своем перформансе. В момент, когда я и мой герой тянулись за той самой солонкой, мы осознали то, насколько одиноки, ведь рядом нет никого, кто бы мог нам ее передать. И в этот миг моего героя и пробило, и все то, что было дальше, на самом деле было в его голове, пока он тянулся за солонкой. 7 минут в 1 секунде, 1 секунда, которая изменила все, секунда, после которой Соло и я вышли из дома и отправились в это невероятное путешествие, в котором обрели свою новую семью, команду, друзей и новую жизнь. И все это благодаря танцу. У каждого в жизни происходит много плохого, но, ребята, и много хорошего. Но главное это то, что жизнь так или иначе всегда продолжается. И несмотря ни на что, в ваших руках выбор, какой эта жизнь будет. Не бойтесь отпускать прошлое, потому что вы даже не можете представить, какое невероятное будущее может ждать каждого из вас впереди. Просто главное – мечтать, любить, верить и идти до конца. Я говорю, что я его отец. Не что он мой сын, а я его отец. Это подчеркнуть надо. Хочется, чтобы у каждого была своя роза, и она по-настоящему жила всегда в наших сердцах и наяву. Хочется этим примером вдохновить вот в провинциях, вот в таких городах, как Астрахань, что да блин, господи, все равно в каком ты городе. Все равно вообще на все вот эти все отговорки. У нас там не тот город, у нас не такие люди, у нас не то. Да вот вопрос в том, кто делает, как делает и что делает. Если вы чем-то занимаетесь, занимайтесь так,
чтобы дойти до самого верха. Вот замахивайтесь. Я все время хочу замахиваться на что-то. А вот, ну, замахнусь или нет, это уже другой вопрос. Но хотя бы попытаться, я всегда попытаюсь. И вот сегодня мы попытались. И как будто бы до чего-то дотянулись. Спасибо всем большое, кто смотрел этот фильм, кто был зрителем здесь, кто следил за нами в соцсетях. Спасибо всем, кто был, есть или будет частью Дома танца Яфанк. Увидимся с вами через 2 года на Планета Яфанк продолжение. Century, doing something mean to it, do it better than anybody you ever seen do it. Screams from the haters, got a nice ring to it. I guess every superhero need his theme music. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the power. The system broken, the school's closed, the prison's open. We ain't got nothing to lose, motherfucker, we rollin', motherfucker, we rollin'. With some light-skinned girls and some Kelly Rollins. In this white man world, we the ones chosen. So goodnight, cruel world, I see you in the morning. I see you in the morning. This is way too much, I need a moment. No one man should have all that power. The clock's ticking, I just needed time alone. With my own thoughts, got treasures in my mind, but couldn't open up my own vault. My talent, like creativity, purity, and honesty is honestly being crowded by these grown thoughts. Reality is catching up with me, taking my inner child, I'm fighting for custody. With these responsibilities that they entrusted me, as I look down at my diamond encrusted piece, thinking no one man should have all that power. The clock's ticking, I just count the hours. Stop tripping, I'm tripping off the powder. Till then, fuck that, the world's ours. Cody Powers, Austin Powers. Lost in translation with a whole fucking nation. They say I was the Obama nation of Obama's nation. Well, that's a pretty bad way to start the conversation. At the end of the day, goddammit, I'm killing this shit. I know damn well y'all feeling this shit. I don't need your pussy, bitch, I'm on my own dick.